Украинская народная сказка «Ёж и заяц». Жил себе ёж. Вышел он как-то утром рано из своего дома поглядеть на белый свет. Вышел, да и говорит сам себе: «Пойду-ка я в поле, посмотрю, как там моя морковка и свекла». Идет и песенку напевает. «Я лесной веселый ёж, пых, 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 на колючку я похож, пых, 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 быстро ножками бегу, пых, 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 все грибы сейчас найду, пых, пых, пых». А тут из-за куста выходит заяц. В это же время он в поле капусту осматривал, большая ли выросла. «О, — говорит ёж, — кто быстрый, тот уже и в поле. А ты, — говорит заяц, — все косолапишь, криволапка. И отец твой криволапка, и дед криволапкой был. Весь твой род такой, и ты тоже». Ёж очень удивился, что на свое доброе слово получил такой недобрый ответ. Еще и отца, и деда злым словом помянули. Вот он и говорит зайцу: «Ты надо мной смеешься? А хочешь со мной на перегонки? Посмотрим, кто перегонит кого». Заяц как захохочет: «Ты на перегонки со мной?» А ёж спокойно: «Да, с тобой». «Ну хорошо, — усмехнулся заяц, — давай побежим». «Нет, — говорит ёж, — подожди немного. Я сбегаю домой и скажу жене, чтобы знала, куда я пошел». А заяц этому и рад, потому что был голодный. «Сбегаю домой и поем капусты, еще лучше буду бежать», — подумал он. И пошли каждый в свою хату. Приходит ёж домой и говорит жене: «Знаешь, жена, какое мне дело предстоит?» «Какое, муженек?» «Должен я с зайцем на перегонки бежать». И рассказывает все, как было. «Ты берешься перегнать зайца?» — даже ахнула ежиха. «Молчи, — говорит ёж, — авось как-нибудь. Собирайся, пойдешь со мной вместе». Идут они, а ёж учит жену: «Как придем мы с тобой в поле, ты станешь с этого конца в борозде, да и стой себе. Когда бежит до тебя заяц, ты ему скажешь: а я уже тут. А прибежит он на тот конец ко мне, там я ему крикну: а я уже тут». «Ладно, — отвечает ежиха. — Я да ты, ты да я, мы веселые друзья, мы грибочки наберем и зимой съедим вдвоем». Приходит ёж к зайцу на тот конец поля и говорит ему: «Ну, я уже готов, так бежим». Вот стал заяц в одну борозду, а ёж в другую. Раз, два, три, побежали! Заяц помчал на тот конец поля, а ёж два шага пробежал, да и остановился. Прибегает заяц на тот конец поля, а там ежиха: «А я уже тут». «Эй, — говорит заяц, — это еще что такое? А ну-ка бежим еще раз». Побежал заяц, прибежал в конец поля, а ёж поднялся на двух лапках и зовет его: «Ого-го, а я уж давно тут жду». «Смотри-ка, а ну бежим еще раз». Прибегает на другой край, а ёж снова уже там. Побежал еще раз, а там ёж: «А я уже тут». Снова пустился заяц бежать. Так бегал он 99 раз, а после 100-го раза упал посреди поля, подняться не может. Так набегался, утомился бедняга. Вот ёж тогда и сказал: «Не надо никогда смеяться над тем, кто слабее тебя». И пошел со своей ежихой домой. «Я да ты, ты да я, мы веселые друзья, мы грибочки наберем и зимой съедим вдвоем».